Φύγανε οι χέρι. Μην τρώγανε, μην τρώγανε. Πώς. Θα να τρώγανε να πείσεις. Πώς. Πώς θα, τρώγιο. Πώς έτσι, τάτι. Πώς την είσαι, πώς έτσι. Πώς, πώς έτσι. Γέννη, τούτα, τούτα. Αφήσου τα πήγη. Πώς. Спасибо.
Друзья, построились? Можно мы? Нет. Ну нашел с кем играть. Вот два часа. Ближе. Вика, вот здесь. Мальчик, мяч. Куда ты подошел? Нашел. Я два. Я не могу два. Ты скажи во сколько, и тогда будем как-то договариваться, кто-то будет расставаться, кто будет бороться. Если возможно. Коля здесь общается? Да. Кто? Коля? А, Колю позовите с вами. Да, Коля. Они уже заснули уже. Они там Коля. Они же курят. Я не сам приезжаю. Сала форса? Уги, бицепс. О! Хорошо. Куренька такой. Спасибо, Коля. Это ты? Конечно. Только. А что вы делали все время здесь на улице? Послушали, посматривали? Что там? Ну, двери послышали, как плохо. Выходили, заходили. То есть. Вы как или писали? Ну, тогда вышли. Да ладно, Коля. А линия? Если у меня же не работает, а линия, Что там пойдет по пошел? Что ты делаешь? Вот видишь, почему она ушла от полюбова? В свое кольцо попадает. Вот я ее видел от полюбова. Ехал, иди на дзюдо, там будет. Не, они, как понимаешь, вот уже и баскетболистку тоже пошли. Ну, как-то некрасиво. У меня же группа тоже должна открыться, а я... Понятно. Мы пришли, начали переживать. Сразу, как с чем? С чем? Это заявление было у Виктора. Я ее не трогал. Я ее пришел, и поставил. Так что придумай что-нибудь, эй. Помоги мне что-нибудь в этом. В чем? Ну-ка, в чем? Так уже помогут. Ценные советы, да. Ценные советы, да. Так уже сделал все. Так нет, да. Мне надо прямой эфир вести, Макс. Так я сам бедный. Так тебе не надо.